Добро пожаловать на наш канал. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. До недавнего времени Александр Масляков являлся неотъемлемой частью юмористического проекта. С 1964 года ведущий не пропустил ни одной игры высшей лиги КВН. Печальная новость о состоянии здоровья легендарного телеведущего пришла еще в начале февраля. Александр Масляков впервые за свою долгую карьеру не смог подняться на сцену из-за повторного заражения коронавирусом. 80-летний основатель и совладелец телевизионного творческого объединения «Амика» стал спешно искать себе замену для проведения финала, съемки которого были запланированы на конец месяца. Тогда выбор сраженного инфекцией Маслякова пал на другого известного телеведущего Дмитрия Нагиева. К слову, звезда сериала «Кухня» неоднократно участвовал в программе в качестве одного из членов жюри. В злопамятности звезды на личном примере недавно убедилась актриса Мария Голубкина. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.